Вам может показаться, что я нахожусь в каком-то очень надежном укрытии. Это действительно так. Это один из 200 железобетонных модулей, которые установили в Белгороде для защиты населения от ракетных обстрелов. Такие укрытия для защиты личного состава используют Минобороны. Крепкие на вид, надежные. Может быть, поспособствуют сохранению людей. Я считаю, что хорошо. Даже и мешки, которые там лежат, тоже хорошо. А укрытие-то вообще здорово. Да и неплохо. По сравнению с Воронежем у нас неплохо. Конечно, защищают. Во-первых, стекла везде. Это самое. Наверное. Ну, конечно, некрасиво, но что делать? По крайней мере, лучше, чем ничего. Лучше, чем просто за бордюр вот здесь вот лечь и лежать. Вот такие, они надежные. А которые блоками, главное, чтобы на ровной поверхности они стояли, чтобы не рассыпались. Надежные, хорошие укрытия. На некоторых остановках не бетонные укрытия, а вот эти вот песочные мешки, вот это плохо. А с бетонными у меня никаких претензий, все хорошо. Качество оценить не могу, потому что не подходила, не трогала, внутри не была. Визуально кажется, что они надежные. Кто знает, Бог только знает защищаться. Ну, конечно, укрытие хорошо сделали. Да, я думаю, что... Все равно помогут они. Сотрудники Росгвардии провели испытания железобетонных конструкций с двойным армированием на специальном полигоне. Саперы подорвали несколько взрывоопасных предметов рядом с модулями и бетонными блоками. Снаряды были начинены большим количеством поражающих элементов. Испытания показали, что такие конструкции могут значительно увеличить шансы спасти жизнь в случае опасности. Если они испытания прошли, значит должно быть все надежно. Безопасно на 100% от осколков, от внешних повреждений. Я думаю, это правильно. Если, так скажем, взрыв будет не сильно большой, то выдержит. Если прям напрямую попадет, то вряд ли. Я в интернете смотрел. Испытания проводили, значит, считают то, что оно надежное. А вот это, что ставят там блоки песком, это, на мой взгляд, это неэффективно. На полигоне пробовали? Пробовали. Значит, безопасно. Если прямого попадания не будет, то, конечно, спасут. Конечно, не хотелось бы, чтобы они пошли. Ход. Но, однако, это лучше, чем ничего. Если бы люди бы еще не гадили в эти бетонные укрытия, было бы нормально. Поддерживать, наверное, их нужно в чистоте, чтобы люди не боялись туда заходить. Ну, качество, я не сказал, они немного тонковатые, но более-менее можно укрыться. Помогут спасти жизни. Это очень хорошо. Так оно, ничего безопасного нету, если такие обстрелы. Ну, а осколков защитит, конечно. Губернатор говорил, что проверяли, что они достаточно прочные, осколки их точно не пробьют. Вот. Мы ему верим. Модульные укрытия находятся в местах с наибольшим пешеходным трафиком. Также 150 остановок укрепили мешками с песком и 75 бетонными блоками.